Спасибо. Мне очень приятно быть вместе с вами. И прежде чем вы присядете, я надеюсь, что всех буду видеть. Прежде чем вы присядете, сделайте кое-что. Повернитесь там, кто рядом с вами стоит. И справа, и слева, и сзади. Обязательно улыбнитесь. Скажите пару вдохновляющих слов, просто хорошие какие-нибудь слова. Найдите вот не что-нибудь стандартное, скажи. Удиви своего соседа. Что-то, что он от тебя никогда не слышит. Скажи что-нибудь хорошее. Обязательно улыбнись. Удиви. Хорошо, вы можете присаживаться, и когда вы присели, посмотрите, кто рядом с вами сидит, можно я вот вниз, да? Да. И, хорошо, ну просто, чтобы видеть. Значит, таки придется. Посмотрите, кто рядом с вами сидит, и ну, всякое бывает, уже вечер, кто-то бегал, когда ты ждешь возле озера, я там слышал, некоторые долго ждали. Все вот это на улице, свежий воздух, избыток этого для нас, городских жителей. И потом спать хочется. И вот скажи своему соседу, я буду смотреть, чтобы ты не заснул. Я буду следить, чтобы ты не заснул. Но по-доброму, не так, чтобы он там боялся. Центр. А не повсюду. По-доброму. Ну даже если ты будешь спать, я обещаю не обижаться. Потому что, как наш старший пастор говорит, лучше спать в центре, чем перед телевизором. Ну, можно, да, поближе. Поэтому, даже если ты будешь спать, хорошо, что ты здесь, а не просто ты смотришь там какую-нибудь передачу, против которой мы будем голосовать. Правда. Ну что ж, хочу поделиться словом, которое, я верю, будет как раз в тему конференции. В тему того, о чем вы говорите, размышляете. И мое слово называется, и у нас есть коротенькая презентация, называется «Фейерверк или огонь?». Кому нравится фейерверк? Кто любит фейерверк? Салют такой там, всякие штуки в воздух. Мне нравится тоже. Это весело, ярко. И в нашей жизни, вот, мы можем нашу жизнь тоже представить либо как фейерверк, либо как огонь, который горит потихоньку. В нашей жизни бывают моменты фейерверков, в нашей жизни бывают моменты совсем не фейерверков. Но такая жизнь. И вот фейерверк, что в нем хорошо, что он очень яркий, он запоминающийся, но он короткий. Огонь горит немножко дольше. И вот что мы хотим в своей жизни? И как мы представляем о себе. И когда у нас, ну, по крайней мере, мы так считаем, что у нас вся жизнь еще впереди, то мы можем себе что-то представлять. Мы можем о чем-то думать, и мы представляем себе как-то свою жизнь. И кто-то представляет ее ярким, коротким фейерверком, пусть она будет коротко, но будет очень яркой, запоминающейся. Или же кто-то думает, что нет, лучше я в своей жизни буду вот медленно, но верно что-то делать правильно. И я хочу, чтобы мы сегодня поговорили об этом. И, конечно, нас привлекает все вот что-то необычное. Вот кому нравится что-то необычное смотреть? Кто ведется на такие вот там в YouTube ролики, где написано там сенсация или там этот ролик взорвал YouTube, теперь все знают, а до этого никто никогда не знал. Ну, бывает, и ты клацаешь, и там какая-то чушь просто. Вот. И нам свойственно, нам нравится что-то необычное. И вот, что касается фейерверка, был, ну, наверное, пару лет назад в Кувейте праздновали там какой-то юбилей Конституции, ну и, в общем, там решили сделать масштабный фейерверк. И можно следующий слайд кликнуть? Вот. И, ну, это один из кадров. Вот представьте, там город. Это в Книгу рекордов Гиннесса был внесен как самый большой фейерверк. Там почти 80 тысяч вот этих зарядов пиротехники было запущено в воздух.
потратили на этот фейерверк 15 миллионов долларов. Да, нормально, вот так. Ну, в общем, зато все посмотрели, классные фотки сделали и отпраздновали там день какой-то Конституции. И я помню, вот мы ходили тоже смотреть салют. У нас есть наша большая площадь, которую, ну, пророчески вот в ролике, который был к Евро-2012, там вот как раз такой кадр очень короткий, когда солнце встает над этой площадью. У нас, ну, по крайней мере, в Харькове считают, что это самая большая площадь в Европе. И, в общем, над этой площадью встает солнце, и там, ну, те, кто монтировали видео, они вырезали Ленина оттуда, там памятник Ленину стоял. Ну, вот они так, ну, пророчески его вырезали, так как его уже нет. Вот. И, значит, на этой площади обычно у нас проходят там салюты или еще что-то. Вот. И мы тоже ходили как-то смотреть салюты. Мы пробрались поближе к вот этим мортирам, которые там в одном месте стоят. И мы, задрав голову, там смотрели с женой моей, с дочкой, там, с ребятами нашими на вот этот салют. И там куски вот догорающего вот этого фейерверка, они так падали где-то там возле нас, и мы смотрели. Ну и там, наверное, минут 10-15 такой вот уже бухали воздух. И было весело, но я уже, честно, не помню, какой там был салют, какие там были штуки. Вот. Но я очень хорошо зато помню, как когда мы ходили с братьями в такой экстрим-поход, и мы разожгли потом вечером костер, который нас очень сильно согрел. Вот этот костер я очень хорошо помню, но я об этом расскажу чуть позже. Поэтому вот две вещи, о которых я хочу поговорить. Фейерверк и огонь. И вот наша жизнь, она может быть либо фейерверком, или она может быть огнем. И давайте откроем с вами, это у нас будут эти стихи из Писания, которые мы сегодня будем читать. Второе послание к Тимофею, вторая глава. Второе послание к Тимофею, вторая глава. С первого стиха и дальше. Да, там есть слайд. У меня перевод слова жизни, если кто-то читает из Синдаля, там в принципе почти то же самое, только немножко попроще. Я прочту отсюда, вы можете следить. 2 Тимофею, 2 глава. «Сын мой, будь силен в благодати, которую имеем в Иисусе Христе. То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые способны в свою очередь учить других». И вот апостол Павел, второе послание к Тимофею, это, как многие говорят, что это последнее его послание, которое он написал, он был уже в преклонном возрасте. И вот когда человек, он уже прожил жизнь, он совершил множество во имя Господа, он увидел множество чудес, он сделал великие дела, он совершил служение, и на него смотрели христиане того времени и сегодня, как на человека, который одержал победу, который достиг, и он передает какие-то ценные вещи своему самому близкому ученику Тимофею, который был молодым человеком. Молодым человеком, повернись к соседу, скажи, он был молодым человеком. Он был молодым человеком. Молодым человеком. И вот Павел Тимофею говорит о чем-то, что действительно важно. Вот последние такие наставления, последнее послание. И он начинает с того, что он говорит, будь силен в благодати, которую имеем во Христе Иисусе. И, конечно, прежде всего в нашей жизни, если мы желаем чего-либо достичь в нашей жизни, если мы желаем быть успешными в Боге, то без взаимоотношений, без близких взаимоотношений с Иисусом Христом мы не сможем ничего достичь. Это как бы ни казалось банальным, сколько раз бы мы это ни слышали, это всегда самое главное, это важное основание нашей жизни. Потому что Иисус Христос, Он должен быть нашей силой. «Будь силен в благодати», написано, «которую имеем во Христе Иисусе». Бог дал нам благодать, что когда мы проходим через какие-то испытания, когда мы идем и что-то делаем во имя Бога, то мы делаем это не самостоятельно, не своей силой, которая очень ограничена,
Но мы делаем это вместе с Богом, потому что Он дал нам благодать. Иисус сказал, что я с вами во все дни до скончания века. Я всегда пребываю с вами. Куда бы вы ни пошли, я с вами. И поэтому, когда мы в своей жизни возрастаем, очень важно учиться укрепляться в благодати или становиться сильными в этой благодати, полагаться на Его благодать. И как определить вообще, вот достаточно ли я силен в Иисусе или нет? Когда мы сталкиваемся с трудностями, то тогда это и показывает, действительно мы сильны Иисусом или мы сильны своей силой. В жизни каждого человека бывают трудности. Если в твоей жизни все гладко, все плавно, все очень хорошо, у тебя нет никаких сражений ни в какой сфере, то у меня есть две новости, ну или два варианта развития событий. Первый, это либо это скоро закончится, это у тебя такой хороший период просто, такой каникулы. Либо второе, ты не представляешь никакой угрозы для царства тьмы, ты ничего не делаешь. Поэтому всегда, если мы что-то делаем для Бога, мы всегда столкнемся в нашей жизни с какими-то испытаниями, с какими-то сложностями. Это может быть финансовая сфера, может быть взаимоотношения, может быть твое здоровье или еще что-то. Ты где-то будешь переживать сражение. И вот здесь апостол Павел, зная, что Тимофея ожидает это, и он живет в принципе в этом, он говорит, будь силен в благодати, которую имеем во Христе Иисусе. Знай, что... или учись полагаться все больше и больше на Иисуса. Не сдавайся, когда ты сталкиваешься с трудностями, но продолжай идти вперед. И тогда, когда ты продолжаешь идти вперед, ты видишь, что Божья благодать, она помогает тебе идти вперед. И дальше он говорит, то, о чем слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые способны в свою очередь учить других. И он говорит, то, что ты от меня слышал при множестве свидетелей. И вот сегодня также, это вот вторая часть наших взаимоотношений с Богом, очень важно смотреть то, чем мы питаемся в плане вот, духовном, для того, чтобы у нас было крепкое основание. И сегодня есть очень много разных там уникальных доктрин того, что вот только этот человек, он получил там какое-то откровение, и вот только он об этом говорит, но и часто они основаны там на одном каком-нибудь стихе из Библии, то как-то так трактованы, потому что ту надежду, которую они полагали на это, она не сбывается. И иногда я бывает думаю, что я где-то отстал, там те вот что-то там новое делают, те еще что-то делают. Вот. А потом, и ты слышишь первое время, там что-то получается, какие-то свидетельства, а потом ты понимаешь, что основание-то, на котором строят, просто какой-то там энтузиазм или еще что-то, но нет Божьего основания. Это не строится на основании слова. И это как вот прилив, волна, она вот что-то принесла, и потом она унесла еще больше, чем было. И так бывает в жизни. Поэтому очень важно быть в твердом учении, очень важно иметь крепкое основание. Апостол Павел говорит, то, что слышал от меня при множестве свидетелей. Пусть множество свидетелей говорит, что да, это правильно, это хорошее слово. И в нашей, в центре нашей жизни должно быть желание рассказать людям о кресте Голгофы, донести весть Евангелия. И апостол Павел говорит, что доверь это верным людям, которые в свою очередь способны научить других. Он говорит, пусть у тебя будет крепкое основание, и ты научи других людей, и научи их не просто для того, чтобы они знали, но чтобы и они смогли научить других. И вот после этого апостол Павел говорит о трех персонажах, которых можно вот назвать эпическими. И все, о чем он говорит, это очень взаимосвязано. Мы все еще говорим о фейерверке, и мы говорим о огне. И есть вот три персонажа дальше, о которых он говорит. Давайте прочтем. Он говорит, прими свою долю страданий, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой солдат не связывает себя с житейскими делами. Для него главное угодить своему командиру. И вот первый, о ком он говорит, это воин. И давайте мы классим дальше. Воин, да? Это Спарта. И первый, о ком он говорит, это воин. Воин, вступая в сражение, он переносит определенные лишения. И наши солдаты на
которые были на передовой зимой, многие из них мерзли, многие из них испытывали лишения, недостатки. И они переживали это на своей шкуре. И любой воин, который находится в сражении, он выходит из зоны комфорта. И апостол Павел говорит о том, что очень важно, чтобы воин, он делал не то, что он сам желает, но он должен угодить своему командиру. И в нашей жизни мы находимся, вот Царство Божие, это тоже своего рода армия. У нас есть главнокомандующий Иисус Христос, который дал нам великое поручение. Он сказал, идите и научитесь, сделайте учениками все народы. И есть те, назовем их полевые командиры, там пасторы или еще кто-то, которые дальше уже несут это, вот исполняют это великое поручение, этот великий приказ, который дал нам великий наш главнокомандующий Иисус. И очень важно научиться быть послушным, чтобы наше желание было угодить нашему командиру, чтобы наше желание было сделать все для того, чтобы исполнить то поручение, которое он дал нам. Иногда мы можем говорить о том, что ну я как бы лучше знаю. Сегодня мы живем в то время, когда информации у нас есть очень много. Каждый может получить любую информацию, которую он только пожелает. Но сегодня, когда мы становимся как бы умнее, мы больше знаем, то мы имеем такое искушение перестать быть послушными. Сказать, ну я лучше знаю, чем мой командир. И что происходит, если на фронте кто-то говорит о том, что да не, вообще, вот то, что нам сказали, это вообще чушь, надо делать вот это. Я точно знаю, потому что я лучше знаю. И вот каждый начинает делать то, что он лучше знает, и получается полная неразбериха. Получается тогда хаос, и цель никогда не будет достигнута, если не будет единства. И поэтому апостол Павел говорит, переноси решение. Он говорит, ты столкнешься в своей жизни с решениями, тебе не всегда будет просто, тебе придется выйти из зоны комфорта. Для того, чтобы исполнить великое поручение, которое дал нам Бог, нужно выйти из зоны комфорта. Сидя у себя на диване, ты никогда не сделаешь то, к чему Бог призвал тебя. Тебе придется выйти из зоны комфорта. Придется ступить туда, где ты не знаешь, где есть неизвестность, где тебе может быть некомфортно сделать что-то, что ты никогда не делал в своей жизни. Но это будет шагом послушания для того, чтобы угодить своему командиру. И он говорит, что воин, он должен, следующее, о чем он говорит, что он не должен связывать себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Почему были сильны спартанцы? Кто знает? Единство. Единство? Хороший ответ. А что еще у них было? Сила. Они были сильные? Да. Ну, другие тоже были сильные. Они были непобедимы. Они были непобедимы. Ну, победили их вообще. Ну. Склана Маклава. Закален. Они только вот. Они занимались только войной. Потому что другие, как армия образовывалась, тут оп, пришло нашествие, и все там побросали, кто чем занимался, там оставили свои занятия и побежали в армию. А у спартанцев было не так. Они были воинами с детства. Это было их занятие. Они не сидели на двух стульях. Они были сильны, поэтому один спартанец, он мог противостоять многим. Потому что они занимались все время тем, что они, выбрав свой путь, они шли по этому пути, и они не отвлекались направо и налево. И вот апостол Павел тоже говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить своему военачальнику. И в своей жизни можно решить, что я хочу и то, и мне вот это нравится, и мне вот то нравится. И мы можем заниматься миллионом разных вещей, но так и не достичь чего-то конкретного ни в одной сфере. И мы можем сегодня заниматься одним, завтра у меня появилась новая идея, я другим занимаюсь. Вот, ну, в церкви бывает так, да, что сегодня, вау, я приходит, он говорит, слушай, я молился и думаю, мне нужно прославление, хочу прославление быть. Потом, прошел месяц, чувствую не мое,
пойду еще куда-то, там, и еще куда-то, потом еще куда-то. И потом ты спрашиваешь человека, слушай, ну а что ж, ну ты вот молишься, и Дух Святой тебя гоняет прям туда-сюда, в одну сторону, в другую. Тут он идет, там кого-то спасает, то еще тут. Апостол Павел говорит, Тимофей, друг мой, выбери что-то одно в своей жизни, помолись и выбери. И как написано в послании к римлянам, что блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Благословен тот человек, который сделал выбор, и он потом себя не осуждает и не говорит о том, что «а зачем я выбрал? А зачем я вот это буду делать?» Если ты помолился, ты знаешь, что Бог тебе сказал, то иди, делай, и пусть это будет твоим основным занятием. Я не говорю, что надо там всем бросить работу, всем быть там служителями церкви или еще что-то. Поймите меня правильно. Смысл в том, что Бог призвал нас влиять в той сфере, в которой мы находимся. Бог дал разным людям разные таланты. Бог поместил нас в разные сферы влияния, где мы находимся. И там, где ты находишься, в той сфере, которую Бог дал тебе, возрастай, становись лучше. Уделяй время для того, чтобы расти в этом. Если ты работаешь в какой-то сфере, если ты айтишник, то будь лучшим, чтобы стать начальником отдела, чтобы ты был тем, кто может говорить с позиции какой-то власти или опыта. Ну, я не знаю, чем бы ты ни занимался, возрастай в этом. Не распыляйся на многие другие дела. Сегодня можно тратить время попусту. Сегодня есть миллион всяких книг, которые написаны по тайм-менеджменту, потому что люди сегодня тратят впустую так много своего времени. Поэтому апостол Павел говорит Тимофею, что не связывает воин себя делами житейскими. То есть он не распыляется направо и налево. В своей жизни я однажды принял решение, что у меня был вот выбор или заниматься бизнесом, или посвятить свою жизнь служению. И это был для меня момент вот такого ключевого выбора в жизни. Я тогда принял решение, что Господь, я доверяю Тебе свою жизнь, я знаю, что Ты меня призываешь, я оставляю все, все свои планы, все свои замыслы, я оставляю для того, чтобы служить Тебе. И с того момента я принял для себя, что это то, в чем я буду развиваться, это то, в чем я буду жить. Я не буду отвлекаться направо, налево, и даже если у меня будут какие-то хорошие другие возможности, двери открываться, я буду целеустремленно идти к цели, которую поставил Бог, для того, чтобы достичь того, что желает Бог, чтобы угодить моему военачальнику. И очень важно, чтобы в нашей жизни наши приоритеты, они были правильными. Следующий, о ком говорит апостол Павел, это спортсмен или атлет. Швайнштайгер. Мне нравится этот Швайнштайгер. Кто болел за сборную Германии на чемпионате мира? Подведите, я пожму каждому руку. Я просто, ну, я шкебец, поэтому... Аллилуйя. Кто еще болел? Кто еще? Ага. Смотрите, как нас немного, но мы же победили. Кто еще? Кто еще? Братья. Вы заметили, да? Вообще надо быть в согласии, в единстве со своим лидером. Вот Игорь, он болел за сборную Германии. Поэтому, ну... Если будет матч Германия-Украина, я, конечно, буду... Но мы будем надеяться, что не допустит Господь такого. И спортсмен, когда вот мы прочтем, что говорится об атлете, написано, никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. Вот прочтите как-то вот синодально, там написано, что кто подвязается незаконно, тот не увенчивается, да? Как-то вот так написано. Вот. Но смысл, вот, или как бы простыми словами, что никакой атлет не получит награды, если он будет нарушать правила соревнований. И это вот вторая часть, о которой говорит апостол Павел. Он говорит, если атлет желает победить, он должен придерживаться правил. Я как-то в школе бегал на дальней дистанции, и 800 метров, это такая паршивая дистанция, если кто-то бегал, она такая и не длинная, и не короткая. И вот надо было бежать.
И я, ну, просто пришел, потому что попросили, и особо не тренировался, не готовился. И мы побежали. И мы бежали на стадионе, и на стадионе там была вот с... Ну, с одного края такая, ну, какая-то там яма с песком или еще что-то. И можно было оббежать с внутренней стороны, ну, то есть срезать там метров 50. Вот. И мы бежали, и вот первый круг пробежали, и второй. И я бегу впереди, и парень, который бежит за мной, он так раз, и эту яму так срезает, и выбегает вперед, и прибегает первым. И я такой говорю, и что? И, а как бы там никто не видел, никто особо не смотрел, ну такие студенческие соревнования, не сильно профессиональные. И вот, и он победил, ну как бы вот так. Но по жизни, если мы ищем того, чтобы где-то срезать углы, где-то нарушить какие-то правила, то мы победить не сможем. И атлет он не может победить, если не придерживается правил. И когда мы смотрим на спортсменов, то мы видим, что да, здорово, они, в общем, такие достигли чего-то, как здорово, вот там он держит в руках Кубок мира. Но если посмотреть, сколько предшествует этому усилий, сколько предшествует этому дисциплины, сколько предшествует этому «не хочу» от своего тела, когда тебе не хочется заниматься, тебе не хочется тренироваться сегодня, тебе не хочется раньше вставать. Но если ты хочешь победить, то в твоей жизни должна быть дисциплина. И если мы хотим в духовном мире побеждать, то нам нужна дисциплина. Мы не можем быть такие вот... куда нас сегодня хочу, завтра не хочу. У нас должна быть дисциплина, которая в самых простых вещах выражается. Я читаю Библию по плану. И я, как бы, мне не стыдно, что я там не как-то там по наитию Духа Святого читаю, еще как-то. У меня есть план, я знаю, что я смогу за год-два раза прочесть Библию целиком и смогу прочесть еще другие части больше. Потому что я нуждаюсь в дисциплине. Мне нужно это прежде всего, если я хочу чего-то достичь. Если я хочу, чтобы в моей жизни я мог прийти к какой-то вершине, то тогда мне нужно дисциплинировать себя. Если ты не знаешь, что человек, он по умолчанию не дисциплинированная личность. Наша плоть, она вообще не дисциплинирована. Ей хочется спать, есть, развлекаться, смотреть там кино, ну что еще. Ну, в общем, ничего не делать нормально. Но мы должны дисциплинировать себя. Мы призваны к этому. И когда мы смотрим на спортсмена, то апостол Павел говорит, что важно, чтобы ты знал, что есть правила, есть дисциплина, есть усилия, и это приведет тебя к результату. И вот, когда мы смотрим на этих персонажей, о которых говорит апостол Павел, и здесь вот эпические персонажи, воин, мы смотрим кино, мы восхищаемся воином, мы восхищаемся там победами какими-то. И вот единственный короткий сериал, который я посмотрел в своей жизни, «Братья по оружию», ну он такой там старенький, 2001 года может быть. И там вот взаимоотношения ребят, которые в одной роте служили, Вторая мировая война, вот, и на реальных событиях, то есть реальные люди, там дедушки там рассказывают какие-то там моменты, и потом экранизировано это все. И очень крутые взаимоотношения, и они становятся определенными героями, их поступки, что они делают, как они поддерживают друг друга в самых там тяжелых ситуациях. И там о воинах снимают фильмы, о воинах говорят, их там превозносят, награждают. То же самое, когда мы смотрим на спортсменов, мы видим какую-то верхушку айсберга, мы там... Кто-то себе постеры вешает в комнате, кто-то там обои себе на телефон или еще что-то, с кем-то из там, любимых футболистов или еще кого-то там из спортсменов. И ты думаешь, вау, здорово, люди живут, столько денег зарабатывают, путешествуют, ездят по миру, но за всем этим стоит... много работы. И кто-то сидит на диване и говорит, а, что эти футболисты, сколько им платят, они халявщики, бегают в футбол, им еще получают. Но я всегда готов сказать такому человеку, попробуй сыграть так, как вот они, вот выйди на поле, покажи что-нибудь.
достигнет такого уровня, и ну, тогда сразу вопросы отпадут. Мы ну, буквально вот, там, пару недель назад был в Германии, и после служения вечером поздно играли с ребятами в футбол. Просто ребята из церкви собрались. Я понял, что немцы выиграли чемпионат мира. Ну, я как бы, мы иногда играем в футбол, ну так, ну нормально. Ну, я тоже забиваю иногда, там еще что-то. Там я понял, что я вообще вне игры. То есть все ребята там, те, которые младше, старше меня, все, просто ребята из церкви собрались. А у нас был парень, он играет там в какой-то седьмой лиге в команде. Хорошо, что он в моей хоть команде был, мы хоть не проигрывали. Так он вообще там, ну я не знаю, для меня он как Швайнштайгер. Поэтому ты понимаешь, что для того, чтобы достичь такого уровня, то надо очень много трудиться. Это не очень просто. И вот все это такое предисловие. И дальше третий персонаж, о котором говорит апостол Павел, среди вот этого набора эпических личностей, он говорит о фермере, он говорит о земледельце. И как бы, ну вот, бывают такие задачи, когда есть ну, какая-нибудь последовательность там или набор, и нужно выбрать, что здесь лишнее. И вот ты читаешь, думаешь, ну кто-то здесь явно лишний. Ну, кто там в детстве мечтает стать каким-нибудь героем, воином, там, спортсменом или еще что-то. Ну, кто фермером мечтает стать? Ну, есть такие люди? Нет ничего плохого в этом, но таких мало, откровенно говоря. И вряд ли кто-то думает, слушай, вот в детстве ты растешь и думаешь, буду картошку расти. Есть такие, буду картошку расти. И классная картошка, потому что сегодня картошка, вот зашел в этот, в супермаркет, купил картошку, она вообще не настоящая. А вот есть люди, выращивают хорошую картошку, которую есть вкусно, правда? Да. Вот, молодцы. Так вот, апостол Павел говорит о фермере. И говорит он такие слова. Земледелец, который трудится в поле, должен первым получить долю собранного урожая. Он ставит в один ряд с вот этими как бы личностями, которые являются на виду и на слуху у всех. Он ставит человека, который просто возделывает землю, который ухаживает, и он собирает урожай. И я думал, почему фермер? Но действительно, если мы подумаем, тот человек, который возделывает землю, он собирает тот урожай, которым кормятся все эти люди, все воины, спортсмены. И без этого человека на самом деле не будет ничего. Если никто не будет производить пищу, то у нас ее просто не будет. Это очень важный человек. И чтобы насладиться плодами, нужно очень хорошо потрудиться. И каждый человек, который хоть когда-нибудь что-нибудь садил и зачем-то ухаживал, ты понимаешь, что это требует больших усилий. И есть, это, в общем-то, в рекламном ролике взяли речь одного человека, который говорил о фермерах. И, хочу прочесть немножко эти вот слова, которые, ну, вот один человек просто он говорил о фермере. На восьмой день Бог посмотрел на райский сад и сказал, мне нужен тот, кто будет ухаживать за ним. Поэтому Бог создал фермера. Бог сказал, мне нужен кто-то, кто захочет вставать до рассвета, доить коров, работать весь день в поле, снова доить коров, поужинать, а затем ехать в город и оставаться там за полночь, решая вопросы местной школы. Мне нужен кто-то с руками достаточно сильными для того, чтобы усмирить теленка, но в то же время достаточно нежными, чтобы принять роды своего внука. Кто-то, кто справится с техникой, которая постоянно ломается, может прийти домой голодным, ждать, чтобы поесть, когда жена закончит кормить женщин, которые пришли к ней в гости. Затем пожелайте всем всего хорошего и пригласите их снова в гости. И действительно имейте это в виду. И Бог создал фермера. Бог сказал, мне нужен кто-то, кто готов сидеть всю ночь с новорожденным же ребенком, если он умрет под утро, вытереть глаза и сказать, может быть, в следующем году. Мне нужен тот, кто во время посева и сбора урожая отработает 40 часов в неделю до обеда во вторник, а затем с болью в спине проработает еще 72 часа. И Бог создал фермера. Богу нужен был тот, кто готов ехать по разбитой дороге в два раза быстрее обычного, чтобы успеть укрыть сено до дождя. И в то же время готов остановиться посреди поля, оставив все, бежать на помощь соседям, если завидел дым на их участке. Поэтому Бог создал фермера.
Он сказал, это должен быть тот, кто будет пахать ровно и глубоко, не халтуря, не срезая углы. Сеять, пахать, жать, менять корм, процеживать молоко, выращивать потомство и заканчивать тяжелую рабочую неделю неблизкой поездкой в церковь. Тот, кто объединил бы семью мягкими, но крепкими узами жертвенности, кто бы смеялся, а затем вздохнул, отвечал с улыбкой в глазах, когда его сын говорит о том, что он хотел бы провести жизнь, занимаясь тем, что делает его папа. И все эти примеры, они показывают нам не тех людей, которые в один момент могут ярко выстрелить, но апостол Павел, о чем он говорит? О том, что для каждого и для достижения каких-то высот в каждый из этих людей, он должен дисциплинировать себя, он должен трудиться, он должен что-то делать для того, чтобы сегодня можно было увидеть, чтобы однажды можно было увидеть результат. И очень важно в нашей жизни проявлять верность. И когда мы говорим о фермере, или говорим о том, кто сеет, то мы видим, что это человек, который, может быть, о нем никогда нигде не скажут, не напишут, даже никто не упомянет, не сфоткает его, не скажет, ой, я был в поле с этим человеком. О нем могут никто не знать, но это человек, который сделает что-то, что действительно заслуживает уважения и почитания. И в нашей жизни, когда мы смотрим, один из моих героев, это тот человек, в котором мы можем увидеть много того, что желает Бог для нас. И когда мы говорим о том, кто, если не я, то вот эти слова, которые какой-то человек сказал о фермере, кто, если не я, встанет раньше и будет молиться за моих друзей? Кто, если не я, пойдет и расскажет тем ребятам, с которыми я учусь в одной группе, кто им расскажет? Кто им расскажет о Христе? И точно так же, как сегодня говорил брат, о том, что мы можем молиться о том, что Господи, вышли делатели, пусть кто-нибудь придет, расскажет им, но это не мы будем. И Бог сегодня дал нам ответственность, чтобы мы возделывали тот сад, в который Он нас поместил. Бог поместил Адама, и написано, что Он не просто его поместил в этот сад, чтобы он ходил, ел яблоки, сидел на траве, и все было у него хорошо. Но Он поместил его туда, чтобы он возделывал сад и ухаживал. Потому что даже рай может прийти и прийти в беспорядок и стать полным хаосом, если за ним не ухаживать. Правда? У меня есть дочка, ей 12,5 лет. И, ну вот, как у многих в таком возрасте, в комнате у нее не всегда убрано и чисто. Ну, кто-то вспомнит себя в таком возрасте, да, и вот. Ну, у кого-то сейчас, например, в комнате не очень убрано и чисто. Бывает так, правда? Я очень рад, у нас дома все время много людей собирается, поэтому нам часто приходится убирать дома. Для того, чтобы все было чисто. Потому что иначе все приходит в какой-то такой беспорядок. Так вот, как только совместными усилиями у нее в комнате убрали, проходит буквально день или два дня максимум. И ты приходишь, и ты снова видишь, что этот рай уже не рай. Он нуждается в том, чтобы его снова приводить в порядок. И точно так же в наших взаимоотношениях с людьми, которых Бог дал нам. Если мы постоянно не стремимся к тому, чтобы вклад в наши группы, мы их там отпустили уже дальше, у них уже семьи там многих, они служат, но там уже новое поколение. И мы взяли этих ребят, и вот ты вкладываешь в их жизни, они живут у тебя дома, ну, условно говоря, они все время, они звонят тебе со своими проблемами, ты решаешь какие-то вопросы, говоришь с ними о том, что тебе в принципе может быть и неинтересно, потому что ты в два раза старше их, но ты все равно приходишь для того, чтобы их жизнь, она изменилась.
для того, чтобы они смогли достичь других. И когда даже приходит время разочарования, когда прошло, может быть, там года полтора, я думаю, Господи, зачем? Может быть, я вообще трачу все это, все время впустую. Мы столько могли всего сделать, у нас столько всего. И потому что ты не видишь каких-то там колоссальных изменений в них. Но потом приходит время, и это как урожай, который ты сеешь, ты поливаешь, ты прилагаешь все усилия, но ты не видишь какое-то время результата. Но потом ты видишь, что начинают пробиваться ростки. Ты снова ухаживаешь за ними, чтобы они не завяли. Ты снова вкладываешь в их жизни. Ты снова там все их, что они там только выкидывают, ты все это переносишь, ты продолжаешь молиться за них. И потом ты видишь какой-то результат. На прошлой неделе мы проводили встречу с Богом, энкаунтер для подростков. И вот двое из наших ребят, они учили тему. И они первый раз это делали в своей жизни. И когда я слушал их, я понимаю, что они ужасно волновались. Но они, переборов это, они могли служить ребятам, которые младше их там на несколько лет. И они могли говорить в их жизнь. И я знал, что это не просто они говорили, но это уже Бог говорит. И когда ты смотришь, ты видишь, что это плод. Это приносит радость в твою жизнь. И это самое большое удовлетворение, которое ты можешь пережить в жизни, когда те люди, в которых ты вкладываешь свою жизнь, те, которые, может быть, еще сегодня, они Библию открывают очень редко, или, может быть, они вообще ее не открывают, но ты уже сегодня, ты смотришь на них и говоришь: Господь, это моя земля, это мой сад, это мой рай, который ты дал мне, я хочу его возделывать. Покажи мне как. Ты, Бог дал нам все необходимые инструменты. Бог дал нам все, что нам нужно. У нас есть все. Потому что Он есть у нас, и Он дал нам все необходимое. Очень важно просто принять решение в своей жизни, что Господь, я буду делать то, к чему Ты призываешь меня. Я буду делать это. И тогда мы зажигаем огонь. Огонь зажечь иногда непросто. Я обещал рассказать о том костре, который мы разжигали. Мы решили с братьями, у нас там человек 10, может, было, пойти в такой на 3 дня в экстрим-поход. Мы пошли недалеко от Харькова, тоже в Харьковской области, и мы одного местного парня нашли, и, в общем, высадились, и только мы вот, нас микроавтобус подвез там к месту нашей высадки, и только мы вышли, и полил такой ливень, и причем, ну не просто дождь, а вот реально ливень, как из ведра. И вот мы по этому ливню потопали там через лес какой-то, через поле, еще, и мы все уже такие мокрые. Потом мы, ну это мы специально придумали с вот этим местным парнем, через болото там переправлялись. И ну, это прикольно. Ну, для братьев, наверное. Для некоторых, да. И, в общем, ну, надо победить себя. Смысл, чтобы, ну, мы такие там городские жители пошли побеждать природу. И, значит, мы по лесу, вот, ну, в буквальном смысле, часов несколько по этому ливню, который постоянно льет. И тебя уже абсолютно не волнует, что у тебя там уже вода везде, где только можно, а ты уже такой, тебе там абсолютно все равно, ты телепаешь вперед. И вот мы пришли к месту, где мы в лесу решили вот разбить наш лагерь. И представь, несколько часов шел такой ливень. Все мокрое вокруг, и мы собираемся разводить костер. И ну, среди нас были те ребята, которые вот, ну, там, постоянно ходят с палатками куда-нибудь там в горы, еще что-то. Ну, то есть не то, что там мы первый раз смотрим, там, с какого конца спичку брать. Вот. И мы, без преувеличения, 40 минут мы собирали веточки для того, чтобы с них содрать кожуру, потому что внутри они еще сухие, но сверху они полностью мокрые. Мы вот это чистили, их прятали как-то там под одежду. И мы из вот этого, ну, абсолютно такая работа, ну, кажется, бессмысленная. И мы 40 минут пытались развести этот костер. И потом он, наконец-то, у нас получилось, он разгорелся. И мы начали сушиться. И этот костер начал постепенно обогревать нас. Потом мы приготовили еду. Потом мы уже согрелись. И мы уже чувствовали, что все классно. И вот этот костер, он для меня гораздо ценнее и гораздо больше отложился в моей памяти, чем тот фейерверк, который мы смотрели на площади. Фейерверк был ярким, да, это было прикольно, это что-то там, оба, выстрелил. Но я даже не помню, что там было.
Я помню, что да, мы были там, мы что-то смотрели, но этот костер, я до сих пор его помню. Я до сих пор помню, как он отогревал наши уже замерзшие руки, которые все наши промокшие тела. Мы грелись там, и мы знали, что это классно. Мы трудились, мы не сдались, мы могли бросить все и сказать, да ладно, что там, пошли домой, ну его этот поход. Ну, можно было так сделать, теоретически. Но мы решили остаться, мы приложили усилия, и этот костер, он согрел нас. И вот мы призваны быть теми, кто разводит костер в жизни тех людей, которые окружают нас. Бог дал тебе людей, которых коснуться можешь только ты. И иногда нужно провести много времени, делая, казалось бы, какую-то, может быть, бесполезную работу. Что-то мелкое, что ты не уверен, принесет ли результат или нет, но ты знаешь, что ты пытаешься принести Христа в жизнь. Бог покажет тебе пути, если ты будешь молиться. Метод – это не вопрос. Метод Бог тебе всегда даст. Важно наше желание сердца. Что мы готовы пожертвовать ради спасения тех людей, которые окружают нас? Если мы готовы, как фермер, вставать рано, если мы готовы ложиться поздно, если мы готовы делать что-то, что выходит за рамки нашего расписания, за рамки нашей зоны комфорта, удобства, мы готовы это делать, то тогда мы увидим результат. У меня есть друг, он один из лидеров, наверное, это самое большое в Америке молодежное служение. И вот они делали когда народ отмечает Хэллоуин, они в канун этого поставили, сделали такой большой, павильон, или как его там назвать. В общем, такой называется, комната страха, типа того. Ну, как раз под Хэллоуин они сделали это. И всем было интересно, они там продавали билеты. И они сделали несколько комнат. И они взяли, и называется это, назвала, ну, вся эта вещь, они назвали 99. И они показывали, вот просто каждая из комнат представляла собой то, что по статистике происходит с каким-то там за 99 секунд, вот что происходит там где-то в стране. И вот первая комната была автокатастрофа. И вот они там машину разбитую туда загнали, и вот там люди заходят, они как бы попадают на место, где вот только-только разбилась эта машина. И вот этот друг мой, он был в этой машине, и он как бы такой еле живой, грим, тут кровь, и он вылазит, и он, говорит там какие-то вещи. И каждый раз они, поскольку часов в день там проводили, и он говорит, каждый раз, когда вот эта машина там билась, и дверь меня била, говорит, у меня такой кровоподтек уже здесь был, и говорит, мне так больно было, но ты понимаешь, что ты делаешь это ради спасения людей. И вот, следующая комната был наркопритон, там еще. И вот в конце это приводило к тому, что человек делал свой выбор, и делая свой выбор, выбирая не Бога, а что-то другое, это приводило его к смерти. И предпоследняя комната, это была ад. И там люди как бы проходили вместе с этими персонажами, они переживали это как бы вот все было очень реально, это было вот все рядом с ними, и они дальше попадали в ад, потому что эти люди, они без Бога, умирая, они попадали в ад. И они переживали какую-то там часть вот этого страха, там всего. И потом дальше было короткое слово, что если они хотели бы помолиться, то вот в следующей комнате их ожидали. И люди приходили, и так много людей, они, это производило на них впечатление, они молились молитвой покаяния. И за все это время больше, не буду обманывать, но больше 30 тысяч человек только в их небольшом городке, они прошли, приехали туда, они прошли через все это, и дальше они тоже в других местах это делали, и сотни тысяч людей, они прошли через вот этот, их, не знаю, как его назвать,
Вот, духовно, и молились молитвой покаяния. Конечно, не все люди были спасены. Конечно, это, ну, для многих просто какое-то эмоциональное было переживание. Но они это делали для того, чтобы, используя момент, рассказать людям о Христе, рассказать людям о реальности. И вот и он рассказывал о том, что это время было практически время без сна, это время, когда он был избит, а он еще дальше там был одним из бесов, и кто-то, ну там, это все рядом происходит, кто-то ему там зарядил в ухо, ну потому что там испугался, еще что-то, ну всякое бывало. И, ну, то есть, вот он в буквальном смысле пострадал за Христа, если можно так сказать. Но он, зная, что это служило спасению людей, он готов был жертвовать. Его тело, его время, его сон, это было для того, чтобы угодить военачальнику, исполнить великое поручение. И сегодня в нашей жизни вопрос, готов ли я жертвовать для того, чтобы увидеть, как мои знакомые, друзья или те, которых я еще не знаю, они спасутся. Или для меня сегодня важнее моя зона комфорта. И для меня важнее то, где мне комфортнее, то, что для меня лучше. Да, ты можешь быть церкви, ты можешь... Есть ли у тебя последователи? Есть ли у тебя те, кто идут за тобой, и ты ведешь их за Богом? Если есть, то хорошо, вкладывай в жизнь этих людей, пусть они также научат других, как мы читали в этом стихе. И если нет, то сегодня очень важно подумать, где эти люди. Бог дал же их мне. Бог сказал это не просто так. У Него есть план. Он может это все сделать. Давайте мы поднимемся. Можно подниматься в команде прославления. Я хотел бы, чтобы мы вместе помолились, в общем, и помолились о том, чтобы в нашем сердце были те же чувства, которые были в сердце апостола Павла, в сердце Тимофея и прежде всего в сердце нашего Господа. Потому что в сердце Бога есть люди не только в нашей стране, но во многих других странах мира. Ты знаешь, что в Индии на сегодняшний день 700 миллионов человек в возрасте до 20 лет живет в одной лишь только стране. По статистике 700 миллионов. Это вся Европа, Америка вместе взяты. И эти люди в большинстве своем не знают Христа. Кого-то, может быть, Бог призывает ехать для того, чтобы быть миссионером где-то. Потому что у Бога, Бога видение шире, чем иногда наши взгляды. Поэтому, прежде всего, давайте мы помолимся, чтобы в нашем сердце были те же чувства, как и в сердце нашего Господа. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Свое Слово, и в Своем Слове Ты открываешь Себя. Ты не просто, Господь, рассказываешь нам какую-то историческую историю, но в Евангелиях мы видим Твое сердце, Твое отношение к людям. Мы видим Твои приоритеты, Господь. Иисус, мы просим сегодня, чтобы в сердце каждого из нас были те же чувства, что и в Твоем сердце. Господь, потому что хорошо, когда мы видим Твою руку, действующую в нашей жизни, которая восполняет наши нужды. Так здорово, когда мы ищем Твоего лица, и у нас есть близкие отношения с Тобой. Но когда мы узнаем Твое сердце, мы видим, что в Твоем сердце есть множество неспасенных людей. И когда мы принимаем, Господь, то, что есть в Твоем сердце, делаем это, Господь, содержимым нашего сердца, то наше сердце точно так же, оно начинает биться вместе с Твоим, и мы ищем, Господи, пути к тому, чтобы принести Тебя в жизнь тех, кто не знает. Во имя Иисуса, Отец, я прошу Тебя, чтобы в каждом сердце были те же чувства, что и в Твоем. Во имя Иисуса, Господь, помоги оставить зону комфорта. Помоги выйти за пределы, Господь, обычного, для того, чтобы увидеть сверхъестественное Твое во имя Иисуса Христа. Господь, и я прошу Тебя, чтобы каждый из тех, кто присутствует здесь, Боже, он был тем, кто разжигает этот костер, который продолжает гореть, не как фейерверк, который посвятил, но через время его уже нету, и никто не помнит о нем, но как этот огонь,
какое-то призвание Бога для тебя, но ты его не знаешь. И ты понимаешь, что сегодня ты живешь в своей зоне комфорта. Тебе может быть неудобно, или не хватает времени, или еще есть какие-то причины, почему ты не хочешь оставить ее, для того, чтобы сделать шаг в неизвестное, но ты знаешь, что Бог тебя побуждает. Если это ты, выходи сюда вперед, я хочу помолиться за тебя, чтобы в твоей жизни Бог, Он показал тебе твое предназначение, помог тебе сделать шаги веры.